Губернатор Югры Наталья Комарова посетила церемонию инаугурации губернатора Тюменской области. Напомню, главой субъекта был избран действующий губернатор Александр Мор. За него проголосовали югорчане. Югра и Тюменская область – добрые соседи и надежные партнеры, подчеркнула Наталья Комарова. Губернатор Югры пожелал Александру Мору и жителям Тюменской области успехов и уверенности в завтрашнем дне. Напомню, югорчане приняли активное участие в едином дне голосования. На избирательные участки пришли около 470 тысяч человек. Более 76% голосовавших за губернатора Тюменской области выбрали Александра Мора. У моих земляков, у Ханты есть поговорка на этот счет. Каждое дело любит сердечность. И я полагаю, что результаты голосования говорят о том, что вы проявили именно эти качества.